Внимание на старт. Дан старт 4-го заезда. Приз в честь работников сельского хозяйства Иглинского района. Обег Павел. Орнамент. Далее Фюрст Чосан и замыкает Ванилин. Обег ведет орнамент под управлением наездника второй категории Анастасии Секисовой. Орнамент, Фюрст, Чосан, Ванилин. В таком порядке участники заезда подходят к отметке первой четверти дистанции. За 33,7 секунды пройдена первая четверть дистанции 4-го заезда. Участники проходят перед трибунами, чуть впереди орнамент, с поля Чосан, далее Фюрст и замыкает Ванилин. Первая шеренга – орнамент Чосан, вторая шеренга – Ванилин, Фюрст. Сбоит Чосан. За 39 секунд пройдена вторая четверть дистанции. Бег ведет Чосан. Во второй шеренге Ванилина Фюрста отстал орнамент. Орнамент на втором месте. Бег ведет Чосан. На втором месте орнамент Ванилина, отстал Фюрст. Обег по-прежнему ведет Чосан под управлением наездника второй категории Дмитрия Пастухова. На втором месте орнамент, на третьем Фюрст. За 34,6 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники четвертого заезда выходят на финишную прямую. Итак, финишная прямая четвертого заезда, призов в честь работников сельского хозяйства Иглинского района. Впереди на финишной прямой Чосан. Далее борьба за второе место, орнамент, Фюрст, Ванилин. Чосан, орнамент, Фюрст, Ванилин. В таком порядке финишируют участники четвертого заезда.